Всем привет из Кроации. Мы гуляем по набережной. Здесь вот есть такой вот причал, парковка на море для яхт, лодок и кораблей. Вот вы посмотрите на эту яхту. Эта яхта предлагает порыбачить вместе с ними. Стоит для взрослого человека 350 кун, это примерно 50 евро. Для детей 175 кун, то есть 25 евро. Конечно, интересно выйти в открытое море и порыбачить. Думаю, что можно получить много впечатлений. Если берут такие хорошие деньги, ну, наверное, тут все приспособлено. Есть даже мачта. Но мы пойдем дальше. Посмотрели хорошо. Никого я не увидела на ней в данный момент. И мы идем дальше. Да, дорогие друзья, здесь, конечно, есть на что посмотреть. Какие красивые яхты. Их тут очень-очень много. На любой вкус и цвет. На любой кошелек. И все эти яхты хотят заработать денежки. Все они предлагают свои услуги. Вот маленькие яхты, они предлагают как такси. Можно в какое-то соседнее село, наверное, слетать на этой маленькой яхте. Сходить. Просто выйти в открытое море, прогуляться. Многие же люди любят получать адреналин из-за всего. Есть вот такие простые лодочки, старенькие. И, конечно же, очень-очень много гуляющих. Все гуляют, смотрят, выбирают, наверное, прицениваются. Вот, пожалуйста, стоит баржа. Яхты эти тоже стоят как бы под номерами. То есть здесь очень их легко и просто найти. Конечно, их очень много, ну правда, очень много. Или только для меня это много. Ведь есть закрытые с крышами, есть открытые. Смотрите, какое небо голубое, какие облака. Облака такие темно-темные. Какие-то фокусы. А здесь наверху люди ждут своего корабля, свою яхту. Там есть расписание, какая, во сколько и куда отходит. А мы идем дальше. А на некоторых яхтах, похоже, тут живут. Посмотрите. Видите, похоже, тут спят. Обувь, полотенце, кровать, диван.
Да, как говорится, время – деньги, поэтому тут люди, конечно, сейчас все работают, все хотят заработать. Видите, написано «такси», пожалуйста, номер телефона. Вот велосипеды даже припарковали. Молодцы, классная идея. Впереди стоит красный прогулочный катер. Он сейчас пустой, ждет своих клиентов, посетителей, желающих. Стоит это 20 лира. Здесь есть также, посмотрите, ремни безопасности и жилеты. А вот от берега отходит с отдыхающими подводная лодка. Стоит это 25 лира 40 минут. Люди, конечно, рисковые. Я бы никогда туда не села. Даже в хорошие времена, не то что сейчас. А это большой корабль. Видите, вот они, цены стоят. Все, сидят, ждут, но дождались своих клиентов. Проверили здесь, все ли пристегнуты. То есть обязательно они проверяют. Все, поехали. Конечно, выглядит потрясающе. Музыка громко включенная. Огни горят. И сейчас она выйдет в открытое море. И начнутся виражи. Писк, виск слышен на берегу. А вот еще кусочек. Немножко видно, как она пошла в открытое море. А эта подводная лодка уже возвращается. Все, люди уже, посмотрите, стоят наверху, но это не все. Это, наверное, самые такие отважные. Стоят и ждут, когда же лодка причалит к берегу, и они выйдут на берег. Итак, мои хорошие, вот такая у нас получилась прогулочка. Я вам все-все показала. Вот она, лодочка. Вблизи. Всем пока!